Вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сар Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Надо полагать, у капитана есть ко мне дело. Это армия, Нордлинг. Здесь не спрашивают. В башню. Нам придется реквизировать часть вашего урожая. Да точно, ваше превосходительство. Знаю, что в амбарах у вас не будет. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю, покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Почему для тебя так важен этот грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило 9, в том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон, прочесать лес, организовать облаву, а это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет грифона, я могу сидеть сложа руки или нанять мастера. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Для приманки мне нужна 1 кружка. Крушина? Ты впервые... Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки в... Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на... Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный.
Это мира и мыслов. Спасибо. Эс-зонд Яктон.